ИФТИОЛ-инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, Тверская фармацевтическая фабрика, ОАО, Россия, код ATX, D08EX, активное вещество. ИХТАМЛ, ИФТИОЛ, лекарственная форма, ИФТИОЛ, форма выпуска, упаковка и состав препарата ИФТИОЛ. Мазь для наружного применения 10% 1 грамм ИХТАМЛ, ИФТИОЛ, 100 мг 25 грамм, банки темного стекла, 1 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. Препарат с противовоспалительным, анальгезирующим и местным раздражающим действием, фармакотерапевтическая группа. Противовоспалительное средство для местного применения, фармакологическое действие. Средство для наружного применения с противовоспалительной активностью. Оказывает также местное раздражающее, анестезирующее и кератопластическое действие. Показания к применению: экзема, язвы, ожоги, невралгии, артриты, метрит, параметрит, сальпингит, простатит. Способ применения и дозы. Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Применяют наружно и ректально. Побочное действие возможно, реакции повышенной чувствительности к ИХТАМЛу. Противопоказания к применению. Повышенная чувствительность к ИХТАМЛу. Особые указания: следует соблюдать соответствие используемой лекарственной формы показаниям к применению. Лекарственное взаимодействие. Несовместим в растворах с йодистыми солями, алкалоидами, солями тяжелых металлов.